машина Жигуль, семерка, похоже. Вот стояла вот здесь на обочине. Вот, а я когда вывернул, на встречу дальнобойщик шел. И обнаружил, что стоит машина, начал тормозить. Тормоз не получается, он меня прямо несет как на катке. Тогда я решил свернуть на обочину. Вот видите, как колеса были. Уже фура стояла там, копейка стояла там. И впереди там еще какая-то иномарка. В темноте не видно. То есть мы увидели, что они на габаритах, смотреть что там, и вот началось вот это вот. Там стояла бутылка с этим стасолом, которая в темноте не видна была. И коробка какая-то, и все.